Фестиваль имеет статус 4-го городского. То есть последний городской фестиваль проводили в 90-м году в ДК России. Этот фестиваль, похоже, мне нравится, и вот, по-моему, этим всем людям тоже он очень нравится. Люди к нам приходят, люди слушают эту музыку, нашу саратовскую доморощенную музыку, в общем-то, ради которой все это дело и затеивалось, и все это дело происходило. В общей сложности на нашем фестивале выступит 13 групп. Три из них из области. Группа из Ртищева, группа из Энгельса и группа из Аткарска, которая вот сейчас как раз на сцене. Скажите, когда образовалась ваша группа, почему она так называется, и где вы играете в своем городе Аткарске? Давайте. Образовалась она 3 года назад. Почему мы так называемся? Потому что, когда ко мне пришли молодые ребята, все было так хаотично и как-то непонятно. Ну, я спросил, да, как будет называться. Хаос. Ну, хаос-то хаос. Это хаос вот сегодня ассоциируется с понятием рейверских тусовок, рейверской музыки. Там это стиль такой из музыки хаос. Это не стиль музыки, скорее, это может быть стиль жизни. Вам понравилось как бы реакция зала? То есть вот от сегодняшнего выступления какие вообще эмоции вы получили? У меня эмоции, например, очень меня как это прельстило, может быть. Когда в зале начали танцевать под нашу музыку, это, конечно, вообще выше крыши. Классно. Работает вот наш клуб «Восток». 3-й год от концерта к концерту все больше и больше людей приходит сюда. И я считаю, что рок-музыка в городе, в нашем, переживает некий взрыв.
То есть в городе более сотни команд, все, естественно, разные. Все, естественно, разного уровня, разного класса, играют совершенно разную музыку. И Восток – это вот как бы сейчас единственное место, которое дает возможность этим людям показывать свое творчество. И этих людей, которые приходят сюда и которые играют эту музыку, их раз от разу больше, от концерта к концерту больше. И вот этот большой двухдневный фестиваль, он является демонстрацией как бы лучших сил музыкальных нашего города. В этом его, наверное, важность и значимость. Доктор Пеппер такой напиток, а доктор Роуди такая группа есть. Ну, ты же в курсе, да? Переводится это не иначе, как переводится. Доктор Головорез. Доктор Головорез это переводится. У нас в клубе «Восток» людям пофигу, что слышать. Им вот поставь любую группу, хоть ту Unlimited, скажи, что это крутая команда, они будут, все ништяк будет. Ко мне один раз неформал подошел, говорит, доктор Руди, да они же, говорит, хардкор играют. Ой, что он сказал? Трэш играют, да, вот что он сказал. На самом деле, что играет доктор Роуди? Все. Это все у всех. На этот вопрос ответил Константин Островерхов. Который сегодня отсутствует. Это не рэп. Это рэп с элементами рэйвы, фанка, джангла. Там много разных. Хардкор, да. Понимаешь? Мы вообще хотим играть такую новую модную музыку вообще, в принципе. То есть все вот это устарело уже. Ну, во Флориду поедем, там посмотрим. Ясно. Встретимся во Флориде. We'll be right back.
Востоке проводился похожий, может быть, фестиваль, похожего плана, то есть когда было два дня, когда вступала масса групп, но не было гостей. В этот раз мы смогли привести гостей из Новосибирска, они отыграли вчера, это легендарные, в общем-то, люди, зачинатели новосибирского рока, «Черный Лукич» и группа «Тайга». В ней, кстати, играет последний президент новосибирского рок-клуба, он барабанщик, а басист Олег в «Тайге», он играл в первой вообще рок-н-ролльной группе Новосибирска, группе «Путси». То есть таких вот легендарных людей нам удалось привести. Они вчера отыграли часовой концерт, удивительный совершенно. Смешное сердце способно только любить. Смешное сердце, лакушка глянется. Смешное сердце, его так просто убить. Что будет дождь, тогда ты все поймешь. Только в небе пустота, суета, ромаита. Переделанная жизнь, переписанный куплет. Все по полкам разложи, счастье есть от смех воде. Смешное сердце способно только любить. Смешное сердце в окошко глянет. Смешное сердце, его так просто убить. Смешное сердце, смешнее тень ока. Смешное сердце, способно только любить. Смешное сердце, в окошко глянет заря. Смешное сердце, его так просто убить. На четвертом рок-н-ролльном фестивале есть такое понятие «хедлайнер». Вот сегодня выступает один из хедлайнеров. А для тех, кто не знает, хедлайнер – это как бы главный самолет, возглавляющий всю толпу самолетов. Сегодня возглавляет все группы, сегодня выступающие «Черный Лукич» и группа «Тайга». Так вот, «Черный Лукич». Почему «Черный», почему «Лукич»? Потому что, во-первых, не блондин, в отличие от вас. А Лукич, потому что песня такая есть, народная. Ногу на ногу, черный Лукич, палец поперек, сухие губы, мальчик в зипуне, маленький старик, грянули марш, зеленые трубы, мы из Кронштадта. Понятно, то есть как бы примерно так. Да, «Черный Лукич», то есть это герой из народной песни. Да, герой, герой. Народный герой, можно сказать. Можно сказать, народный герой. Былинный, можно сказать, герой. Вообще, вы знаете, как называется наш стиль? Я как раз хотел, вы предварили мой следующий вопрос, вообще-то. Да как называется ваш стиль? Да. Диалектический фолк. И его не надо расшифровывать. Это просто стиль. Это мы. Да, я хочу выпить за то, чтобы нынешняя молодежь не ходила на технодискотеки, не ходила на технодискотеки, а ходила в рок-клубы, в клуб «Восток», или, я не знаю, есть ли вообще другие клубы, в другие клубы, в школы, в подвалы, играйте рок-н-ролл. Не занимайтесь, материться нельзя? Нельзя. Не занимайтесь фигней, занимайтесь делом. Рок-н-ролл – это доброе дело, посмотрите на меня, я всю жизнь им занимался, посмотрите, в кого превратился. Прятана там девка.
мы беседуем с группой «Холодный фронт» из Ртищева. Что, действительно в городе Ртищев такие холодные фронты? Или у вас там война какая-нибудь наступает? Что случилось? Почему «Холодный фронт»? Нет, ну вообще чисто метеорологическое вообще название. Тут с войной там никак вообще не связано. Да и с погодой тоже это мало связано. Да, потому что многие постоянно, когда говорят, всегда в Ртищеве холоднее, чем во всей остальной Саратовской области. А в плане музыки, как в Ртищеве, тоже холоднее, чем в Саратове? Или какие-то раз... Нет, нет. Здесь вон какая жизнь бурлит, здесь вообще весело очень, да. У нас в Ртищево, это, ну как бы, музыки не так много вообще. В каком направлении вообще, вот музыкальному там, неважно, саратовскому, либо вообще мировому, вы себя сами относите? Кому вы себя причисляете из музыкальных движений? Ну, альтернативную музыку играем. Не, ну как, мы так... просто такая мелодичная музыка, которую можно слушать, так, ну, которая там нравится, я не знаю, или не нравится. Насколько мы способны, в общем-то, ее сочинить, исполнить, насколько хватает профессионализма, как композиторского, так чисто инструментального. Я не вижу начал, я не вижу конец, я белый смог, и я молодец. Ты хочешь мне что-то сказать, а я хочу считал, что наше направление более тяготеет к, скажем так, европейскому и конкретно к английской музыке, ирландской музыке. Вот. Ну, я не знаю, может быть, мои, как говорится, согруппники со мной не согласятся, вот, но я имел разговор с многими, кто слушал нас, вот. И они именно такого мнения. Тем более, что нам совсем недавно, а конкретно в июле месяце, удалось наконец-таки закончить наш альбом, который называется «Техно-Намибия». Как называется? «Техно-Намибия». Вот. Мы писали, к сожалению, его, конечно, своими силами, то есть как могли. Вот. Но, наверное, получилось ничего. Thank you.
большому счету, организовал этот фестиваль наша студия, студия Skynet. Вот. Давно его не было, мне было 6 лет. Вот. Мне... Уже, наверное, за эти 6 лет все успели забыть вообще, что такое рок-н-ролл в Саратове. Ну, я бы так не сказал. Студия Skynet все-таки возрождает такое живительное слово рок-н-ролл. Проводит какие-то концерты. Мне уже 30. Вот. А я играю музыку для вот, вот таких вот, понимаете ли, вот. Только студия Skynet сейчас может вот, позволить себе пригласить кого-то или устроить вот такое вот замечательное, ужасное по-своему, но все-таки замечательное рок-шоу. Ребята, приходите. У нас вышло пока 5 кассет. Толерон, Кроманьон, Доктор Роуди, Проект Побег и Гербарий. Приходите. Что можем, мы сделаем. I'm